Мужской хор Карельской филармонии приглашает на праздничный пасхальный концерт, который состоится 2 мая. Программа включает в себя произведения московского композитора Антона Вискова. Часть из них он написал специально для коллектива хора Алексея Умного. Мужской хор уже исполнял музыку Антона Вискова в рамках рождественского турне. К празднику Пасхи коллектив решил продолжить традицию и подготовил для слушателей праздничные концерты сочинений московского композитора. Это будет действительно авторский концерт. Он не такой, скажем, канонический, как бы не совсем это будет каноническая духовная музыка, не канонические духовные тексты. Это больше именно такой праздничный концерт.